Синоптики уверяют, весна вступит в свои законные права уже на следующей неделе. Есть повод забыть про пуховики, куртки, дубленки и одеться полегче. Со вторника в стране потеплеет, обещают, до плюс 20. Осадков не прогнозируется. В Греции неожиданно пошел снег. Там выпало свыше 30 сантиметров осадков. Заблокировано автомобильное движение. На дороге вывели снегоуборочную технику. На помощь вызвались местные жители. В магазинах раздают бесплатную соль для борьбы с наледью. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В пятницу ожидается сильный ветер, облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер днем усилится. Температура воздуха от 7 до 14 тепла. Кристина Ариян, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.